Итак, снова мы на пляже, на бич, отдыхаем. Сегодня не такое большое солнце, как раз хорошо, сильно не сгорим. Вот здесь имеем Туталик отдыхает. Здесь два у нас. Зонтика. Такое положение, состояние, иду к воде. По горячему песку иду к водичке океанской, чтобы прохладиться, немножко насладиться. А народ наш нарочно отдыхает пупом кверху, не боятся, что загорят. Так. А что, братцам? Это ж все-таки на отдыхе, как мы говорим. Хорошенькая волна. Идем. Я пробираюсь по волнам, по волнам. А я пробираюсь к трем. Боже желаю. Так, Шуриус, ну дай контент. Я намолчился, несмотря уже на рубашку. Благодарил нашего корреспондента. Идет на все, очки свои намочил. Не сдаюсь. Давай, ребята. Незабвенные кадры. Что ты гикаешь? Благодарим вас, корреспондент. Весьма благодарны. Ладно, ребята. Все, давайте. Подожди, Вася. Ближе, чуть подожди. Снова. Снова. Пробрался. Очень красиво отдыхать, что даже не хочется уезжать. Окей, давайте все знакомы. Благодарим. Ставьте лайки. Мир, дружба. Не ругайтесь, а хорошо улыбайтесь. Хорошо, все будет хорошо.